Свою вековую деятельность отметили российские органы ЗАГС. Именно 18 декабря 1917 года вышел декрет о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния. С этого документа началось становление и развитие государственного учреждения, в котором хотя бы раз побывал каждый из нас. Это нужная служба. От рождения до смерти, вы знаете, и после того, как человек уходит, 100 лет документ хранится в наших архивах. Это, в общем-то, говорит о силе государства, о том, что государство заботится о человеке, о его документе, о том, чтобы он оставил след на земле. Архив службы ЗАГС региона хранит около 7 миллионов записей актов гражданского состояния. И их количество ежегодно увеличивается. В день столетия на празднике собрались лучшие сотрудники со всего региона. Все, кто понимает значимость и ответственность своей профессии, кто внес непосильный вклад в историю Ульяновской области. Вот видите, мы сегодня в день столетия одели всю службу в форму, а форма ко многому обязывает. Поэтому я думаю, что то качество услуг, которые мы предоставляем, и те положительные эмоции, которые мы дарим, ну они в этом году и в следующих, последующих годах, в последующем столетии будут еще более хорошими, качественными и позитивными. Каждый день сотрудники ЗАГС дарят свои эмоции, но в столетний юбилей все слова и подарки были только для них. Губернатор Сергей Морозов поздравил работников и ветеранов службы и вручил награды лучшим специалистам. Мы добились высокой рождаемости. Мы добились роста числа законных браков. Мы добились с вами самого минимального количества разводов. Мы стали с вами по-настоящему территорией счастливых и крепких семей. И это очень важный результат нашей с вами многолетней напряженной работы. За последние 10 лет в регионе открыты новые залы торжеств в 9 муниципальных образованиях. Произведен косметический ремонт в 28 отделах ЗАГС. Капитальный ремонт сделан в 4 отделах ЗАГС. На эти цели было направлено более 55 миллионов рублей. Теперь еще больше влюбленных пар в стенах учреждения станут настоящими семьями. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.